Ой, нам сегодня повезло с погодой. Смотрите, какая красота. Там Екатерининский дворец. Илья Устратов снимает. Катя, Екатерина Калашникова. Город Челябинск. Да, каналы они устали друг от друга за столько-то лет. Каналы разделяют. Вот Ева и Адам, а мы сейчас пойдем к Адаму, а потом повернем налево к Мантинсиву. Это две единственные скульптуры эпохи Петра Первого. Все остальные были украдены нацистами. А вот эти из мрамора, да, скульпторы Банатцы, они остались, их зарыли. Но забыли где. А две дамы, которые этим занимались, они умерли в блокаду от голода. Естественно, вот уже, да? А когда реставрировали всю эту систему водотока, случайно эти две скульптуры нашли. И после реставрации они заняли свои места. Вот мы, да. Вот мы тихонечко фотографируемся. А мы вот так вот идем так же тихонечко. Ольга и Александр. Вот, дама, вот он там. Город там Коркино. Вот эти два серебряных директора. О культуре будемся.